расскажу вам немножко информации про вот такую вот чудо-масочку. Кислородная маска для лица. Такая вот вкусненькая, такая желеобразная. Хочу сказать про нее, что она настолько комфортна для лица. Такая вот она дневная, можно днем ее перед, ну, когда умываетесь, потом нанести масочку перед каким-то выходом, даже утром нанести на минут 20-30, подержать ее и смыть. Она настолько прям чувствуется, как она насыщает кожу кислородом. Это вот это ощущение передать словами я, наверное, не смогу. Потому что здесь находится ударная доза кислородного комплекса, и вот это можно почувствовать только на себе, как это работает. Но чувствуется такое ощущение, что у вас так дуновение ветром, что ли, как будто вот так вот ощущается. Очень приятный аромат. Такая масочка, она очень хорошо разглаживает кожу, и за счет того, что у нее ударная доза кислородного комплекса находится, она, знаете, она вот так работает, интересно, вот если бумажку сжать, да, вот, допустим, кожа ваша, вот так сжали ее, как бумажку, да, и вот наносим масочку, когда вот кислородом насыщается, да, бумажка, она вот так вот распрямляется. И вот здесь то же самое происходит с этим кремом, когда на кожу наносим, вот кожа вроде такая еще, особенно с утра, немножко помятая, да, и ее вот так вот, оп, и она разглаживается. То есть вот так вот работает этот крем. Сейчас он... Смотрите, сейчас он 659 рублей, но у меня есть на него скидка. Я могу его вам... Три крема, по-моему, у меня есть за 450 рублей. Поэтому обращайтесь, пока у меня есть купоны. Они еще активны до конца вот этого каталога. До конца вот этого каталога. Вот, так что обращайтесь.